Дорогие друзья, вы даже представить не можете, что же сегодня произошло в Ярославле после одного из самых популярных концертов, на котором выступали российские звезды. После концерта, по традиции, было небольшое застолье. Во время застолья произошла перепалка, которая переросла в драку между российским певцом и музыкантом Александром Малининым и российским певцом и музыкантом Леонидом Агутиным. Леонид Агутин, изрядно выпив, обозвал Александра Малинина бездарным певцом и что ему вовсе пора на отдых, так как его больше в России не любят. Между ними завязалась драка, которую разборонили сами же звезды. После чего Александр Малинин уехал с данного мероприятия. На данный момент нам стало известно о том, что Александр Малинин уже нанял адвоката и готовит иск в суд на Леонида Агутина за то, что он его оскорбил публично. Следите за новостями, друзья, мы делаем самые интересные новости.